Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Упражнение 32 по цифре 4. На рисунке мы видим рычаг. Точка опоры рычага обозначена буквой О, вот здесь. Плечо первой силы F1 – это расстояние от оси вращения до линии действия силы. Вот это плечо L1. Плечо L2 – это расстояние от оси вращения до линии действия второй силы. Вот. Это плечо L2. Теперь запишем краткую запись условия задачи. Дано. Сказано, что давление в котле в 12 раз больше нормального атмосферного. Давление – это P-буква. То, что оно в 12 раз больше атмосферного, давайте мы покажем вот так. Атмосферное давление обозначим P-атм. Дальше. Площадь клапана S – 3 сантиметра квадратных. И плечи сил нам нужно измерить линейкой по рисунку в учебнике. Нужно прям приложить линейку к рисунку в учебнике и измерить плечи. Плечо силы первой, L1, 1,3 сантиметра. Плечо силы L2 от точки О до точки Б. Это равно 6,4 сантиметра. И нам нужно определить, какой груз подвесить. Массу груза определить надо. М. В систему Си переводим. Так, 3 сантиметра – это 3 сотых метра. Квадратных. Сантиметра квадратных. Тогда не сотых. Я резиночку возьму, сотру. Тогда на 10 тысяч надо разделить. Вот так вот будет. 3 десятитысячных метра квадратных. Вот здесь сантиметры делим на 100. 0,13 метра. И здесь тоже делим на 100. Потому что в метре 100 сантиметров. 0,64 метра. Решение. Давайте еще раз покажем, откуда мы взяли плечи L1, L2. L1 – это ОА отрезок на рисунке, а L2 – это отрезок ОБ. Теперь запишем условия равновесия рычага. Сила F1 – разделить на силу F2 равно плечо L2 разделить на плечо L1. Это условие равновесия рычага. Чтобы им пользоваться, нужно знать силу F1. Сила находится через давление и площадь. Давление умножить на площадь. Давление у нас 12 раз больше атмосферного. 12 умножить на нормальное атмосферное давление. Давайте вот сюда его запишем. Нормальное атмосферное давление. Примерно 100 тысяч паскалей. Примерно 100 тысяч паскалей. Ну, значит, 12 умножить на 100 тысяч паскалей. Это 12 и 5 нулей. Паскали. Так, теперь считаем силу. Сила равна 1 200 000 паскали умножить на площадь S, которая 0,3 метра квадратных. Ну и воспользуемся калькулятором, чтобы сосчитать. 1 200 000 умножить на 0,3. Получится 360 ньютонов.
360 ньютонов. Теперь условия равновесия рычага применяем. Это была сила F1. 360 ньютонов разделить на вторую силу, которая неизвестна, и нам ее надо узнать, равно плечу L2. Мы переводили в метры, но на самом деле можно было и в сантиметрах оставить, потому что все равно тут у нас числители сантиметры, знаменатели тоже сантиметры, и они просто сокращаются, поэтому неважно, метры ли это или сантиметры. Отсюда сила F2 равна 300, на крест-накрест перемножаем, 360 ньютонов умножить на 1,3 сантиметра, и все это разделить на 6,4 сантиметра. Опять калькулятор берем. 360 там уже вот у нас есть. Умножить на 1,3 и разделить на 6,4. Получится 73 примерно. Округлим до целых. 73 ньютона. Так. И последнее действие, чтобы массу узнать, надо силу разделить на g. То есть 73 ньютона разделить на 9,8 килограммов. Ньютонов на килограмм, ньютонов на килограмм. Ну и давайте опять на калькуляторе это сосчитаем. Разделить на 9,8. 7,5 килограммов. 7,5 килограммов. Ответ. 7,5 килограммов груз надо подвесить. И там вот еще такой вопрос. Куда нужно переместить груз? Вот куда нужно переместить груз, если давление увеличится? Давайте на этот вопрос тоже ответим. Если давление увеличится, увеличится. То груз надо передвинуть вправо. Передвинуть вправо. И наоборот, если уменьшится, то влево. Задача решена. Если вы хотите больше решений, то подписывайтесь на канал онлайн ГДЗ на YouTube.